Привет всем! Я нахожусь в данный момент возле бывшего Джинковского котельного завода. Во время Великой Отечественной войны на территории Джинковского котельного завода, бывшего Джинковского котельного завода, был концлагерь, где замучили очень много людей при оккупации фашистами Джинкоя и Крыма. Этот памятник, напоминание о том, что здесь творили фашисты при оккупации. Вот такой вот сейчас на территории котельного завода ничего нету. Там пустота при украинской оккупации, украинской власти. Котельный завод разрушили. Остался вот такая вот табличка. И памятник оставили. Напоминание о том, что здесь были, на территории котельного завода было замучены люди, особенно евреи. При России тут вот улучшили все, скамеечки поставили, фонари. Вот такая вот плитку уложили. Посадили вот деревца. Такой вот маленькая экскурсия. Все.